Дальше. Доводим до 61% хп. Соответственно, все отбегают, кроме Мульти, кроме Гурского, кроме Пусси Магнет. Пусси Магнет, Гурский и Мульти убегают в трусы сначала. Соответственно, ты если остаешься здесь, потому что тебе надо будет продиспелить танка и, если что, продиспелить РДДшеров. Все остальные, то есть Журада, ты убегаешь в ромбик. Стоишь здесь. Соответственно, когда РДДшники доводят до 60% хп, у босса начинается третья фаза. Он превращается в орла, он тпшится на центр, он не бьет никого. То есть он стоит на центре. Далее. От креста, где был медведь, пойдут 4 ветерка. 4 ветерка пойдут на нас. Соответственно, ребят, Твиси, держи щиты на всех. Желательно разбафа это перед третьей фазой. Соответственно, ребят, все прожимки отдаем, пожалуйста. Потому что ветерки должны удариться о нас и пойти на танк. Соответственно, танк будет водить по вот такой траектории их, чтобы они не цеплялись. Потому что ветерок, когда подходит, соответственно, подлетает к человеку из рейда, он его дамажит и откидывает. Соответственно, если 4 ветерка, то это по 5к дамага от каждого ветра. Соответственно, мы должны выжить. Надеюсь, понятно. Джурада, тебя это особенно касается. Если что, прыгай нахуй в мишку и прожимай дубовую кожу. Рыбу кушаем. Соответственно, остальные выживаем. То есть, РДДшеры как довели, с трусов убегаете в ромбик. 4 ветерка проходит, танк их ловит, танк водит по кругу. Остальные милишники. Соответственно, с ромбика мы убегаем нахуй на центр, танк водит вокруг нас, мы бьем босса. Соответственно, мульти. Ты особо не кости, потому что продамаживать будет жестко. Хилить тебя надо будет тоже. То есть каждый магический ваш каст это 5к дамага у вас летит. Только вы любой спел заюзали. Соответственно, ханты будете доставать, бьете по боссу. Далее, на третьей фазе, ханты, убедительная просьба. Перед третьей фазой, уберите, пожалуйста, пэтов. Отзовите их нахуй. Чтобы меньше проблем было от ветерков, потому что ветерок может об них ебануться и полететь обратно в нас. Также XS, убирай нахуй тотемы. Потому что такая же хуйня может произойти тотемы, пока на танка не повесится все 4 ветерка. Далее. Соответственно, если все мы правильно делаем, соответственно, бьем босса, доводим до 40% хп. Он превращается в рысь. Переход на четвертую фазу. Все становятся под жопу, ханты чуть-чуть поближе, на минимальном рейнже бьете. Соответственно, рысь будет прыгать на любого на рейд, соответственно, будет прыгать по рейду и кусать людей. Соответственно, открывать раны кровотечения. Оно очень жестко дамажит. Алиса, как схватишь его? По моей команде дашь бомжей, потому что он может на тебя накинуться и сбить тебе каст. То есть только по моей команде кинешь. Соответственно, да, желательно сразу нахуй. Как заберешь его, дайте ей вызвать бомжей, пожалуйста. Соответственно, XS, обновляешь тотемы, если какой-то тотем пропадет. Пэтов призываете хантов, потому что он прыгает и на пэтов, и на тотемы. Соответственно, на бомжей будет прыгать. Эту фазу мы должны перевести быстренько, потому что очень сильно продамаживает рейд. Надеюсь, понятно. Соответственно, на четвертой фазе просто бьешь. Далее, доводим до 20% АП, у всех должны быть выпиты сопроты. На пятой фазе у всех должны быть выпиты сопроты. Соответственно, я напомню. Босс превращается в дракондора. Босса будет водить по часовой стрелке, соответственно, отведут его сначала сюда. РДД, набираете рейндж между друг другом, хилы РДДшники. Соответственно, босс перед лицом босса не стоим, потому что он будет... дышать на танка, дышит он, мама не горюй, то есть это шот. Далее, будет вертеться вокруг себя, соответственно, это АОЕ, каст у него дамажит по рейду. Соответственно, настакивает на стак на увеличение, продамаживает рейд и увеличивает увеличивает дамаг от огня, повышает по вам. Далее, соответственно, нам надо его убить как можно быстрее. И самое важное, это столб огня. Столб огня будет вешаться на рандомного человека в рейде, может повеситься на танков, на хилов, на РДДшеров, на РДДшеров. Соответственно, вам надо с него быстро выбежать за секунду, потому что у него дымак идет в секунду по 30 с хером тысяч дымак.
То есть под сопротами, под моей аурой защиты от огня, секунды, то есть должно вас хватить. Соответственно, отбегаете от этого столба подальше, потому что он в рейндже 5 метров бьет вокруг себя. Дальше. Если будет на танка или в мили-зону кидаться этот столб огня милишники, вы должны отойти. Соответственно, это вам также постараюсь анонсировать. Босса отвели, только тогда подходите и бьете дальше. Пятую фазу мы заливаем под верой. По тактике я все объяснил, чек на готовность. Сопроты, кто сможет петь сразу. Остальные, кто умеет, пропеть фласки на ДД. Вопрос. Нет. Короче, смотри. А переход на третью фазу, получается, когда я продиспелила, все, он из медведя превращается в птичку, где стоят хилы. Там же в ромбике? Да, да. Все в ромбик идут. То есть одна я не стою. Понимаю. Нет. Одна ты не стоишь, ты идешь в ромбик ко всем. Выживаем, соответственно, бежим в центр. Я только одно не помню, куда кто водил, как он, блядь, собирал эти нахуй грузу этому. Соответственно, Алис, все то же самое, то есть бежишь за ветерками, ветерки об нас бьются, здесь должны дать прожимку и уже побежать на изготовочку, они должны на тебя прыгнуть. Так, чек на готовность, пока у меня аура сосредоточения стоит до пятой фазы, потом переключусь на ауру защиты от огня. Крик хп и ап. Так, да, крики раздали, чек на готовность и поставьте ГБ, пожалуйста. Пусть и магнит. Быстрее только. ГБ, ГБ, ГБ. Пуся. Да, давайте, поставьте мне ГБ, я возьму хаспоты. Быстрее только. Время уже 20 минут, у нас остается на один трай. Не кричи. Кому хаспоты, обмен медведя, печеньки, бегом. Еще кому? Кстати, когда мы стоим в точке в ромбике, вроде никто не выходит. Никто не выходит, все стоят ровно в ромбике. Никто не выходит. Чек на готовность. Только прожимайте свои дафабилки. Все готовы, отчет на пол. Нормально? Да, нормально. Отбегать не забываем. Три процента переходки. Вторая, точнее, фаза. Отбегаете как боженьки, молодцы. Вторая фаза. На пол дали по ханту. По АДК. Ближе к этому боссу подходим на минимальном рейндже ханты. Идите ближе. Ближе, я сказал, сразу подбегаете. Тут бьет одного танка. Чтобы вас масс диспелить, было проще. Подбегаете ближе. Дал.
То есть ты чё? Хилбот настраивала, потому что у меня стоит на это. Чему диспелила на лице? Клик на хп. Бегать уже, наверное. 63. Рано еще. 62. Побежали. РДД на свою изготовочку. Кстати, забыл сказать. Мы били в центре босса. Блядь. Нормально, ничего. Побежали. Остальные побежали. Бегом, 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 ромбик. Петов заберите, петов. Петов, петов отзывайте. Нихуя. Вы в центре хуярили, да? Да. Ну, можем, чтобы не придумать, можем бить по старой тактике, но вот это тоже та самая хрень будет. Так, ладно, и выйдем. Забегаем, ромбик. Ромбик. Кто там еще не умер? Ой, ты ли умри, или ромбик? Отлично. Алиса, мат срез. Блядь, а я встал. Сука. Алиса, это прохождение что-то дается. Что? Ну, я здесь говорю, время, да, что ли, на прохождение дается, вы говорите, 2-3 утра и все. Нет, время стоит. ПВК. Для чего этот, как его, зашли, чтобы открыть некоторым людям, чтобы идти чисто фулл гибли. Рыбу едим, быстренько бафаемся, начинаем. Ну как быстро? Да как делаем на третьей фазе? Да давай по старой, по нашей. В ромбик старая хуярим. Наша, это как? В ромбик все отходим. Чисто все в ромбик. Не знаю, Пэтов отозвали? Хотя хуй его знает, что он два раза выебал. Мы били в центре, и поэтому вроде времени не было у нас. Мы, блядь, бежали очень долго сейчас. Все четыре ветерка у нас ушли. Ну давай побьем в центре и так же нахуй уебем. В чем проблема-то? Вот я говорю, просто я не знаю, кто ветерки водил, когда он вставал, я что-то не заметил этого. Надо Зойла спросить, где Зойла? Ну давай я выпью нахуй ветеркам попробую, слышишь, как его? Да расхуярить их на этот, на танкой. Я если чё бабл прожму, да и все. Чек на готовность. Чё спросить? Как тогда сова водила, блядь? Где он стоял нахуй? Он стоял почти там же, где и танк. Когда перефаза, танк убежал в этот, к нам, а сова осталась на его месте. Три ветра на него сразу пошли. Один был к нам. Я выбежал, начал хотать, а он повесился на меня. Потом через время он перешел на сову. Все. То есть в центре он стоял, да? Да, да. Понял. Ладно, посмотрим, чек на готовность. Сейчас попробуем по нашей, по старой, потом, если чё. Нет, нахуй, захуяем. Все готовы? А по старой как? Так же, вон просто ромбик. Убегаете нахуй в ромбик. Отчет на пол. Ага, понятно. Вот цвет на хп. Ребят, отбегать не забываем. Лишнего дамага не получаем. Two, but a scratch.
4%. В центре Алиса. Нет. Нормально, нормально, по кресту. Новый, второй. По старой. Ты забыл. Шаман, подожмись ко всем, пожалуйста. ДПС у нас за глаза, Алис, только не забудьте его прожимку прожать. 62. 61. 61. Убегаем, отбегаем, РДД. Доводите быстрее. Все, отлично, РДД, побежали. Это в тотеме. Ничего не с ним. Я, если чё, побегу. Да, блядь, идём. Я чё, блядь, он идёт сюда, на. Алиса, отходи оттуда. А чё, хилить не надо в это время? Шаман вообще-то умер сразу же. Так, ладно. Давайте, отходим, мы выйдем в ромбик. В тот угол. Блядь. Ага, отлично. У нас средств только нет. 4 минуты. Ну давай по твоей, мастер, чё в центре потанчим сейчас, пойдем по бромбик нахуй. Угу. А где фонарей давали какой-то? Да, вроде. Лиса должна делать деф на рейд. На 71к общий. Ну плюс на это 73. Да я это, блядь, хреновый пул был, блядь. Я, блядь, Т10 начал, блядь, решил потестить их. А чё, блядь, нет тактики нормальной, чтобы, блядь, не сдыхать на этих ветрах, блядь? Есть, надо, походу, жесткий захил в это время. Да как ты тут захилишь, если она, блядь, там в доли секунды, блядь, идет хп нахуй? Ну не в секунду, нахуй. Меня просто с ваншотило, нахуй. Ну так с ДД флешки был. Да и ханта этого, блядь, сердце тоже с ваншотило. А ну дамажит в маленьком радиусе, не 20 метров вокруг дамажит, правильно? Когда врезается. Или оно точечно одного человека дамажит? Да оно в кого-то летит, точечно бьет в косты. Именно когда кастует, это точечно бьет молния. А эти бьют по массу. Ветерки. В радиусе каком-то, понятно. Ну, можно разбегаться в этот, чисто всем, ёпт. Некоторые забегут, где он стоит, блядь, некоторые этот. Ну, два ханта туда, как я бил, два ханта бежали на лестницу наверх. А чё если стать полукругом, и от этого полукруга, от людей, которые там отлетят ветерки, в центр, и они будут лететь в танк. Зато когда ветерок будет врезаться, он не будет врезаться во все 10 человек, сразу же будет врезаться в одного, в двоих. Я тоже предлагаю разбегаться, на. Хорошо, давайте разбегаемся, проблемы-то нет. Только надо минут нарисовать, 20. Где полукруг это будет стоять людей. Мы вдвоем с хантом пойдем на лестницу.
хант, оба хантов на лестницу. Остальные разбирайтесь, пожалуйста. Уклоняемся. Вот сюда. Вот сюда можно? Можешь туда хуйнуть. Спасибо. Мне без разницы, куда вы хуйнете. Главное, чтобы не сдохли на вихрах. Бля, хилов по углам поставить нормально было бы, чтобы если даже ветерки откидывали, то недалеко. Но они не будут доставать. Я не знаю, про что вы сейчас подумали, но я объяснил не так. Я говорю, надо встать полукругом, чтобы от этого полукруга отлетели 4 вихря. И танк стоял напротив этого полукруга и начал бегать по кругу, как он и бегает. А вы как хотите? Уклоняйся от них. Отбегаешь от него, уклоняешься. Это ты даешь по себе, стараешься ударить. Я помню, как мы убивали, смотри. Мы забегали вот туда. Некоторые, ну, то есть разбегались. Кто-то вот сюда убегал в угол, кто-то сюда. На них ветерки и шли. Танк бегал нахуй по кругу. Вот по вот этому. Вот так вот, нахуй. Ага. Просто бегал и собирал ветерки. У нас на это время есть. То есть у нас, блядь, в запасе идет нахуй секунд 30, это 100%. То есть вообще желательно. Можно, блядь, просто пустить друида, пусть он бегает, уклоняется нахуй от ветерков. То есть у друида самый большой, то есть скорость бега, у него 30%. А остальные, когда уклонились, сбегаются к центру. Ханты могут стоять, блядь, в этом углу нахуй, могут в том углу стоять и чисто бить босса. Им даже уклоняться не надо нахуй. Их раз съебнут, их могут захилить. Я хочу вопрос один задать. Ветерок, когда отталкивается от человека, он летит к случайному человеку или ровно на противоположную сторону? Случайному. Случайному. Блять, хуёво. То есть есть вероятность то, что, ну, как мне раньше рассказывали, что этот, как его, человека, которого вообще не зацепило, то есть на него больше всего агрятся ветерки. Так, блядь, на кого сагрится, тут и поводит, ебать, дулов-то. Всё, давай. Я вообще могу водить и стрелять, блядь, еще и дамажить. Чек на готовность, тебя ветерки догонят. На увеличение. Ой, так и не поел, нормально. Все готовы, соответственно, отчет на пол. Стой, 10 секунд, подожди. Стой тогда, стой, Алис, стой. Так что где его танчит? Так же, центре, да? Или где мы будем? Так же в углу. Учет нам пол, давай, при слове атак. Слушай, ты видишь, что секс меня забивает? Я вижу. Патрищ. Я еще флешками успеваю захуяривать. Вторая фаза. Все то же самое, ребят. Только на второй фазе уклоняться будем. Все. Раги нет, а что за все? Я все забрал. Да пиздец, как ты так на 300к меня передумаешь, что, а, блядь? Чё ты думал, что им есть и всё?
Да, нихуя. Паладин дамаж? Да я тебе, блядь, передамажу. Вообще-то да. А у меня фалик как бы есть, да мне похуй. Ну, блядь, да, 300к держишь со мной разницу, охуеть. Не пропьёшь, да, говорите? Ты снизу, блядь, а не за верхом. Истерию не пропьешь, да, Горыч? Опыт тут, фалики, блядь, начали сказки рассказывать, блядь. ЧПС, короче, ты слышишь? Так я в рейде, где нихуя нет для РДД, у меня даже крита нет от совы, юля. Разбегайтесь. Блядь, вообще нихуя нет, блядь, чтоб дамажить. Ну, сейчас по кому-то въебьет-то так, отъебьет-то как. Ну, а на меня один вихарек. На мне один вихрь, я бегаю пока что. А мне тоже. А нет, это на хантов. Так, я побежал. Отойдите, блядь, с пути нахуй, как обычно. Я уклонился. Алиса, бегай, главное. По Может ты меня достать, Юля? Не могу щитануть даже. Вышел вперед. Щитанула. Отлично. Мультя, ну отойди от входа. Ну ёб его идти. Дайте промежуток танку, пожалуйста. Я в твисе стал. Молодец. Друид, или ты в центр продвигайся, или в бок нахуй встань пока что. Остальные, кто могут, бьют. Блять, ну, ребят. Аккуратно. Мультигим на хп. Блять, попался. Я сдыхал, мне по 7000 лететь. Абсорб так? Да, разграда. Побоюсь этого сейчас. На следующей фазе гимн, да. Алиса, старайся этот, как его, сильно не, как его, попадаться на вихре. Юля, ты где стоишь? Инчи, ты по 8000 мне бьет. По хильте. На ману и на хп, ибо не. Я сейчас не могу. Он собьет меня, если на меня полетит. Не, мне каждая моя хилка по 8000. Отбегай, пусть отбегай, бегом, блядь! Пиздец, ну вы как нахуй стоите, бьете-то, блядь, ханты! В угол нахуй уперлись, блядь, и стойте, бейте! Ёб его идти, я веду три вихря нахуй. Пиздец какой-то. Вы выходите, получаете урон, я начинаю вас хилить. По мне бьет в ответку расхил. За ваш хил. Потому что, ну, им надо меньше урона получать, чтобы я хотя бы могла жить. Короче, залупа это все, блядь. Выйдем, босс. Бегайте к печеньке. Я не Почему знаю. Же лопа? Ну потому что, ну я хуй знаю. Давай последний трай попробуем по этой, по которой вы старались убить. Не знаю, нахуй. Я не знаю, уклоняться от ветерков. Вы знаете, как понимаете, блять, как вообще от них уклоняться или что? Бежит человек, на нем два вихря, блять. Вы стоите на пути, блять, на траектории, где должен бежать танк. Это что за хуйня? Вы, блядь, первый раз здесь или чё? Я понимаю, друид тут первый раз, а остальные? Жан, блядь, заебал. Вставай, салон. Это же что, всё, блядь, выпил нахуй сопрот, ёбаный. А я где, Юля? Я мне конкуренция или что? В 10-м месте. Ага. Там ты на лестнице стояли, они там вообще даже такие не были, да? Не, идут. Там рейс не прошел. Если вихрь от кого-то отлетает, он выбирает новую цель, правильно? А эта цель может быть человек, который стоит, бьет, или хант может быть тот же. Он пока не ударит, он не сагрится на другого, по-моему, нет? И похуй, где ты стоишь. Так он ударяется. Сколько тут у нас ударялся вихрь? Все вихри ударялись от кого-то. Надо Когда Твиси умерла, вообще ни у кого не удирал, не ударался. Я смотрел, там фу, рейд был на фул, на лоу хп, короче, весь, блядь, и никто этот не получал урон.
Может, если в холле приста спихнуть? На смысл как какой? Я меньше получать урона буду? Видишь, за каждый щит, получается, я кидаю один щит, и мне сначала было по 7500, потом по 8500, после того, как я вставлю. Это зависит. Но опять-таки, вот я, мы когда убивали, мы убили, правда, с первого трая, без единой смерти, по-моему, да, Гуруч? Угу. Я была холипалом, и я на себе держала частицу. Мне сразу сказали, держи на себе частицу, хилишь кого угодно. Ну там, блядь, по 20 тысяч за хил. А здесь я кидаю один щиток, минус 8 тысяч, и я даже захилить себя не могу. Ну за каждый каст тебе молния бьет. Абсолютно за каждый. Да. Я шеф говорил, что за каждый каст человек надо добить. А что вы придумываете проблему? Вот если РДД не могут бить, пускай водят вихри. РДД у нас может выводить кто? Мульти? Ханты могут бить? Я могу побегать, он один раунд меня догонит и все равно переключится на другого. По той, которую вы убивали, будем пробовать так. Ну давай ставь ромбик. Соответственно, никуда нахуй. Ставь туда ромбик, я релоуд прописал. Алиса, а где появится медведь, оттуда его никуда не отводишь. Соответственно, стоишь также в квадратике, все в центр. Соответственно, ромбик идет вот туда. Все убегают туда. Стоятся милишники сразу с РДДшниками туда же. Все. Все готовы, надеюсь? Чек на готовность. Еще один трай. Даже может успеем, а давай. А полком мы потом, блядь, пугов будем добирать, нахуй, и что мы там несем, блядь. А чё это на пол? Вот он домофон звонит. Да у меня телефон домашний звонит, ёпт его идти. Внимательно ёбывает. Как я тебе сейчас возьму трубку, ёпт? Терпи. Это мем наскочил? Похил, друида сразу с паладином, быстрее. Никуда не отводишь, главное, лес. Никуда не отводишь, тут же стоишь. Все, отлично, стой. Сместитесь в одну точку, чтобы вас мазь диспелла можно продиспелить. Это дашь немножко вправо, подвинитесь, когда будете прибегать. Двигайтесь, да, двигайтесь на уголок. И не сейчас, а когда будешь 61. Да, да. Милишники убегали на 61%. Да. Да. Шестьдесят два. 61%.
Вмещаемся. Это сразу убирайте. Переводите. Переводите. Must dispel не забываем. А где Тися? Что я не вижу? Тися дом отплыл. Говорил же Вромбик. Пожались. Оп. В Твисю один пошел, да? Один у нас, один в Твисю, походу. Ну тут мы долго бегали, пока они все сагрились. Ждали, точнее. Уйди назад. Аккуратно только этот, не ёбнись об него, Алиса. Она же не раз ёбнулась, да. Неплохо, что ты... Да, я там. Угу. Выйдем. Стоим все в ромбике стоим, не выходи отсюда. Те, кто этот, покастуйте там. Или умрите. Кто далеко от ромбика. Захилься, шаман, иначе сдохнешь. Юль, или кастуй, или беги в ромбик. Я, я не знаю, как сказать, короче. Я думаю, единственный правильный вариант, это когда все вихри отлетят. Надо стоять всем в одной точке, и когда все вихри от людей отлетят, и все четыре полетят к танку. Это лучшее убийство, которое мы делали. Но нужно засейвить рейд. Не Нет. себя хиляй, пожалуйста, от которых ты сдохнешь. Мне кажется, надо сделать, чтобы в момент, когда, танчил протовар какой-то, чтобы прожимка была вот эта 12 секунд, она спасет очень. И нужно, чтобы, когда рейд стоит в ромбике, недалеко от ромбика, в радиусе, чтобы достал, стоял прист. Допустим... Это БДК такая же прожимка, как у протовара. Нет, там хуйня, там процентов мало. Протовар дает 30% срезку на 12 секунд. 30. 20, если слить символ. Да, 30 там написано. Но все равно 30 дает. Вот, и на чё приз стоит в сторонке, чтобы когда... Если символ стоит, смотри, получаешь лишь на 40%. То есть это дает 20%. Баф, который вешается на людей, все равно 30. Написано 30. Трис, не отбегай туда, пожалуйста, отбегай вместе с нами в ромбик и вешай на себя зубы. Нахуй зубы-то не бесконечные, зубы. Но все равно, ты зубы повесь на себя, просейвись, когда ветерки на нас идут, чтобы у тебя не шотнуло. Я сейчас стояла, все нормально у меня было. Так все нормально, конечно. Но вы без сил. Ветерки в нас ёбнулись, а потом полетели в тебя, а потом опять в нас, заебись. 25 хм уже не будет, походу. Почему? Мы тогда собрали. Мы тогда в 8 часов собрали. 9. Смотри, еще варианты какие есть. Смотри, дамаг проходит, дамаг этот, во-первых, можно захилить. У нас нет друида, хотера. У нас только Эршам и только ДЦ. Нужно помочь. Я хочу объяснить, как сделать так, чтобы на рейде, который за 5 секунд приходит большой дамаг, чтобы он мог отхилиться. Во-первых, под прожимкой ДК, во-вторых, ШП, который бежит к рейду, может накидать омоложение как минимум на 5 человек. Обновление. ДЦ тоже может покидать. Но щитки уже висят, Кинуть молитву, кинуть что-то парашу. Там и когда начнется это, ветерки пролетят в рейд, можно пару круг, как он называется, вот эта хуйня, которая вокруг типа хилит. Должны выжить. У меня есть еще одно предложение. Можно поставить нормального танка, а не меня. Мне кажется, у Линкани, как этот кусок ДКшный, там 15%, по-моему, дамага. У Варан там меньше у него срезка. Давай я палом потанчу, в чем проблема? А у тебя... У него тоже 30. А у тебя 20% и на 6 секунд. А у меня 30% и на 12 секунд. 30% всего урона, получаемого члена группы в радиусе 30 метров, передается паладин. Как 30, когда 20? 30!
Ну, талант, божественный страж, вот который два таланта вкачивает. Ну-ка, линкани. 30% всего урона, получаемого членами группы в радиусе 30 метров, перенаправляется паладин. Так если ты перенаправляешь, его же отменяют баф этот, который перенаправление. Не тот баф вешается, 6 секунд, который висит, на 20%. Этот баф вешается, Войт. Смотри. Есть два бафа, один на тебе, один на Рейден. Ой. Не висается что-то у меня. Тесните, Дюрантес. Да погодите секунду. Стали рыбу. Ну так чё? Или хочешь танч? Вот этот вот этот баф вешается на рейд, когда ты отменяешь, чтоб в тебя дамаг не переходил. Вот этот это какой? Блять, два божественный страж. Не этот секунд. Вешается, еще раз говорю, блядь. Этот вешается. Да любой. Тот отменяют вот паладины макросом. А у меня не отменяю. Ну, не знаю. Ну, есть ситуации, в которых дамаг может убить. Не может. Читай внимательней. Не знаю, он его не убьет 100% паладина. Может, вы потом разберете скиллы? Я, конечно, извиняюсь. Короче, давай, ладно, я в танка, попробуем так. Алиса, давай, ТД. Сейчас по ДПСу просядем. Ну, посмотрим, блядь. Пробуем, в чем проблема-то? Да не так, просядем. Так, два на пола есть. Также сосредоточение стало. Ой, да, сейчас тут врываться не надо, ну. Почему? Два ханта есть, два на пула нахуй. Так, чек на готовность, баф проверили. Один паладин, один. Все захуели. Хотя мульти разгоняем, да? Свиси. Как его? Кушай, Войт. Вися. Алис, только не забывай, также по это убирай. Действуем по какой? По такой же схеме. Не в тот ромбик, а вот в этот, или какой мы бежать будем? Да можем попробовать так, можем попробовать в этот. Как будем пробовать? По старой, которую убивали? Я за старую. По новой, по этой. За старую там слишком плохо. Но... В центре убивать самое легче, как мне кажется. Ну а так будем дамажить быстрее, Войт. Не, давай по этой. Просто РДДшеры уже начнут дамажить по ней. В ромбике все то же самое, только танчу я. Чек на готовность, давайте, отлипаем. Все готовы, отчет на пул. Ну че, рано рот, погнали нахуй! На пулы только давайте пожестче, пожалуйста. От вихря не забываем отбегать. Ну, по ДПС, считай, не особо просили. На 4К. Да ну нахуй, нет. Нормально, кстати. Ой-ой-ой, агро. Мульти. Я сбросил. Пусть сбросить агро. И на полу давайте по КД по мне, пожалуйста. Ребят, много дамага получаете? На пол. Спел.
Сместитесь в одну точку. Да алё, блядь! Я как не бью, так? Я не кастую нихуя в него. Да блядь, а я в бабле, сука! Прожал не то, блядь. Ёб его идти! Жура, ДБР! Быстрее! БР мультю! Сука! Винт не тот, ёб его идти! Сорян. Да ничего. Пробафайся там. Испел. Все, 2 минуты должно пройти, блядь. Ну, пока что вроде успеваем, все нормально. На пулы, ребят, на пулы. Мастер, блядь, сейчас. Мастер, аккуратно. Шивай, дал, 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 сальва. Не надо давать шивай, я ж перехочу, не беспокойся. Сейчас крылья пойдут лично. Спел. Диспел, диспел, 61, убегайте в ромбик, быстрее. Отдал прожимку. Все в угол подожались. Блять, Нутвиси умерла. Ну ёб его идти, умерли все. Да отбегай обратно, куда ты, мастер, выбежал. А чё он не выйдется, блядь? О. Масрез. Не, я без разрика эту хуйню отказываюсь бить. Давайте я хули палом зайду. У меня хотя бы бабл есть. Мы вот нам вот этот момент перьев пережить. И все, я забаблюсь, просто нон-стоп буду хилить. И... Я больше не знаю, как. Мне сейчас за 2 секунды прилетело по 6000, я не знаю, сколько раз. Давай, может, я потанчить попробую. Какая разница-то? Мы же не из-за этого умираем. А пусть игрушки, вы прожимаете, блядь, аспект? Мы за что-то побежали, ребята, проблема в этом была. При чем тут вообще аспект? Магия природы, не забывай. Блядь, две рыбы пришли. Короче, у тебя дживска, да? Юля, тебе, короче, надо жать зубы, когда мы в угол встали. 3 минуты. Поставил сейчас. Короче, я сейчас еще трай, если я опять дохну, я зайду холи палом. Мы попробуем сам... в этом холике. Залим команду вроде есть. Ты что, вы танками поменялись? Да. Без ретрика я вообще ДПС не дал. Я с бурста дал 10к, это вообще, блядь, не ДПС. А что тебе ретрик дает? 3% крита. У меня тут усилки не взяли. Надо 7 урон вроде, нет? Ну давай по старой, если у нас по этой не получается, давай по старой нах, как обычно делали. В чем проблема? Крест его ставь тогда. Остальные убегают не в этот ромбик, а в этот ромбик. Потому что мы убивали постоянно. Если каждый раз будем тактиками меняться после каждого трая, мы тут хуй что сделаем. Так, пробовать, пока у нас нахуй все ветерки не уйдут в танка нахуй. Мы не пройдем третью эту ебаную фазу. Чек на готовность. Все готовы? Могу, да? А может танку прямо перед квадратиком где-то на метр ближе стать? Они будут лететь к нам просто, ударятся в танк и полетят дальше. Нет. Они летят по-любому. Смотри, от танка они летят постоянно к нам. То есть в танк они не полетят. Это 100%. Не имею в виду максимально близко к танку просто стать. Так а максимально близко ты в танку встанешь, не факт, что они пойдут сразу к танку, понимаешь? Просто мы откинемся, да, и может к танку лететь так быстро, что танк просто не успеет отбежать, вот и все. Так, ладно. Танк, чек на готовность.
Еще Рэд дает одну важную вещь. Кличку. Да. На пол дали повойду. Не забываем, ребят, отбегать, пожалуйста. Готовьте на перифазе также на пол. 3%. На пол, быстро навара на пол. Включаемся. Диспел. Мультидиспел. Или этот твис, я не знаю. Че ты орешь, блядь? Смотрю, 3 секунды ульти. Пэт, отзывай. Алиса, также Пэт, отзывай. 32. Отходить уже, может, нет? Мы поздно отходим, просто... Идите. Я Вайда продиспелил, остальных продиспель. 61. Врубил, пусть и врубил природу, так что можешь не врубать. Давайте быстрее. 5 секунд, отлично, побежали. Давай про сейф. На варе? Как мне быстрее бежать? Отлично, беги. Стоп, стоим тут пока. Пока стойте там. Я начал уже. Перебегайте. Бегай просто, и все. Так, не, пусть, блядь. Ну что ты делаешь, блядь, Хан? Ты стоишь тупо на месте, нахуй. Нет, стой, отлетели. Войт, у тебя не зачален, да, живучесть? Зачален. Блять, не успеваешь, да? Угу. Может не оставаться в тебе, блять, и бегать, но... Сука. Не, ну вот это было красиво. В чем была разница? Да, а смотри, а у меня, наверное, чарка слабая. Вот это 15 выносит. Там больше должно быть, да, выносит? Да, 22 там. 22, но с хоста бега то же самое. Нет, схуяли. А схуяли нет. Схуяли. Больше хоста. Больше. Там 16% уже, или сколько, 20, да? Это 8% дает. Ну, умираем. Ну, ударились ветерки, блядь, в миликов.
счастью, было прекрасно, пока они начали носиться. Еще вариант есть у меня, еще вариант. Пускай танчит и Винар. Я ставлю 4-4 на этого, на протовара, и фурики нажму. Тогда будет двойной дев в парейде. Нас не пробило, нас первый раз отошло, все нормально. Ну так, блядь, из-за скорости не получилось. Так бы я и бегал, но они куда-то полетели. Тебе надо делать больше круг. Войд, надо было и выйдеть, нахуй, ладно, похуй. А я хуй знает куда. Выйдет в тот ромбик, который мы вот, новая тактика была. Там босс вообще и выйдется. Если все туда встают, не бьют босса, он и выйдется. Ты пусть из этого ромба достаешь и так бить, нахуй. Да, кстати, пусть ты вообще не должен будешь двигаться. Просто стоишь в одной точке, бьешь на третьей фазе. Ну, мелики могли вообще не идти, но, блядь. Давай попробуем. Нет. Фурики я, если будет дев вешаться с ШВР, попробовать такую хуйню. Так там сейчас попробуй. Да нет, это вообще фуфловое. Ну у тебя просто ДПСа будет мало. Ну поменьше будет ДПСа, но... Я-то думаю, что за хуйня с ДПСом? Сука, когтей-то нету, блядь. Ну. У нас мили рейд поставит, это что... А, у нас Лиса в БДК, да? Угу. Да, нормально. Сейчас попробуем, вдруг интересная тема. Два дефа есть, там, ну, должно быть, получше рейд должен сохраняться. Да нет, аспекта до этого не было, я что-то его тоже не включал. Ну сейчас все включится, нахуй, вообще заебись будет. Ну, ты этот, главное, чекни сейчас на полностью. Да, надо есть проверить. Сейчас просто спекни с ДД, Алиса, давай в ДК. Так же все делаем. Там нечего чекать, оно будет юзаться. Так же, как в протопале пашет от 2-4 божественные. Ну, лучше чекнуть, чтобы потом не обосраться. Это не талант, который надо вкачаться в прото. Я не думаю, что они до такого додумались тут, блядь, сервак, да? Хотя тут и щит не снимается, блядь, я хуй знаю. Так это прожимка плюс дух тоже решает. Дух тоже решает. Джурада, поднимай скилл за 4 секунды. Давай, пробуй. Какой скилл поднимать? Че, нихуя? Нихуя не вешается на вас. А будет да, все и так выжил. А, подожди, блядь, я тупой. Да какие ты тогда не одел Т4, блядь, как ты прожил? Я знаю, я понял, короче. Я понял, почему. Короче, фишка в чем? Я стойку переключил, а у меня в ней макрос забит на одевание комплекта. Так что, блядь, секундочку нахуй. Жора, ты здесь, нет? Я здесь. Я здесь. Давай я тебе сейчас проверю, бля. Сейчас, я давай, проверь. Покинуть тело у меня, я еще раз лестницу. Да, сейчас. Чарлис. Одел? Так, 2 секунды. КД. А, там КД еще? Вешается. Ну да, он вешает. Ну все. Да. Главное, смотри, не смени, ёпть. А, в бою не сменится. Ну да. Так, рыбу поставил. 7 минут, сопроты кончаются, обмен печеньки даем, выдаем сопрот. Кому надо сопрот, обмен печеньки, ребят, быстрее только. Я в таргет печеньку взять не могу. Еще один сопрот. Не пила, сейчас выпью. Еще кому нужен сопрот? Обмен печеньки. Никому не нужен, соответственно. Чек на готовность. Какая тактика это сейчас? Такая же. А мне кажется, ли в этом углу легче бить, нахуй? Если прожимать, Алиса сразу нет. Прожимает прожимку. Нет. Знаешь почему? Потому что ветерки идут через текстуру и башат нас сзади. Чек еще раз на готовность. Проверяем. Пусим. Ты стоишь вот в ромбике. На третьей фазе ты стоишь в ромбике и бьешь просто.
Отчет на пол. Вы что, разорот, погнали нахуй! Крики дайте. Сейчас дам. Вещи расходы давай. Бля, да, для PSP, да, 4К, бля. Да а я не дамажу. Сейчас буду. Да он заебал. Не готовьтесь бежать. 62. 62, побежали. Вставайте ровно в угол. Поэтов отзовите только. Вам никуда не спрятаться. Все, фатарла. Да как так-то, блядь? Я просто хуй знает. Ну я вот, я не знаю, что делать. Я тоже хуй знает. Алиса, почему ты под властью льда бегаешь? Медведь сказал бегать под властью льда в одном рейде, и когда он скажет, переключаться только в анхолливал. В смысле? Так что все вопросы к Медвею. Куда я тебе говорил о власти льда? В прошлом рейде. Может, даже в позапрошлом. Ты такое говорил, и я точно... Давай, Мастрец. Что делать? Еще надо помогать, хули.